He also competes on behalf of Japan. Here is Yuzuru Hanyu. Последнее напутствие тренера Брайана Орстера. И на льду Юзуру Ханью, автор вчерашней сенсации. Посмотрим, как сказалось на него это вчерашнее выступление, как он будет выступать сегодня. У него тоже очень непростое начало. Подряд два четверных прыжка, четверной тулуп и четверной сальхов. Thank you.
Да, вот то, о чем я говорил с самого начала сегодняшнего репортажа. Накануне японский фигурист пережил сильнейший стресс, пусть и со знаком «плюс». Установив феноменальное достижение в короткой программе, он сразу же оказался в центре всеобщего внимания. Ну вот мы видим, он даже слез не может сдержать, и это понятно. Он в центре внимания. Естественно, звонки из Японии. Я представляю, что ему наверняка бессонная ночь, потому что, я говорю, это очень сложно было пережить то, что ему удалось сделать накануне. И вот как результат. Крайне неудачное начало, сорваны два четверных прыжка, ну и в дальнейшем, вы все сами видели, сорванные прыжки, падение. И боюсь, что того преимущества почти в 10 баллов может оказаться недостаточным для победы, ну, может быть, даже и для второго места. Конечно, расстроен Брайан Арсер, но он все прекрасно понимает, знаменитый в прошлом фигурист, дважды серебряный призер Олимпийских игр. Ну, для 17-летнего даже на данный момент парня, вот пережить то, что произошло вчера, было очень и очень сложно. И выйти сегодня в оптимальном состоянии на лед не получилось. Вот тот самый случай, когда вот провал в произвольной программе, прямое следствие победы, блестящей победы в короткой программе. Это фигурное катание и масса тому примеров, когда великолепное выступление в короткой программе и затем неудача в произвольной. Классический вариант, который мы с вами сейчас наблюдали. Но Джереми Эбботт. Джереми Эбботт неудачно выступил тоже в произвольной программе. Расстроены оба. Во что это сейчас выльется? Какую оценку? Оценка будет, конечно, явно невысокой. 166 баллов набрал Казука. Еще надо набирать где-то 157 для победы. Успокаивает Брайан Арсер своего подопечного. Он-то все это прекрасно понимает. Все это проходил он. Да, всего 148, но это второе место. Да, он второй, 243,74. Вот такая драма на наших глазах произошла.